Анастасия Седова преподает предпринимательское дело в колледже, а вдохновение и новые знания получает на семинарах для начинающих предпринимателей и тех, кто только мечтает о своем деле. Рассказывает, благодаря новой информации, которую она передает своим студентам, многие из них уже на этапе обучения открывают свое дело. Есть такие, причем есть те, кто это сделал еще будучи нашими студентами во время локдауна. То есть очень классные примеры, и они потом пришли ко мне на дисциплину основ предпринимательства. Я думаю, что же мне теперь рассказывать, у тебя же уже все есть. Вот, то есть такие примеры есть. Семинары проводят состоявшиеся бизнес-эксперты. Встречи проходят раз в неделю в каждом районе города. Они бесплатны. Проводятся благодаря поддержке администрации города и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Люди, которые только не открыли свое дело, не могут понять, да, то есть какие меры есть на уровне области, каким образом. То есть мы консультируем, какие финансовые меры есть, каким образом происходит взаимодействие органов власти и бизнеса. Это уже 8-й по счету семинар. Следующая лекция состоится в Кировском районе 29 июня. Мария Левина, Константин Головин. События.